из тонированного авто прямиком за решетку. 22-летнему жителю Иваново придется провести в камере задержанных за административные правонарушения трое суток. Виной всему желание молодого человека спрятаться за темными стеклами. Автолюбителя остановили сотрудники ГИБДД. Светопропускание передних боковых стекол его авто не соответствовало требованиям технического регламента. А позже выяснилось, что меньше недели назад данный гражданин уже привлекался к административной ответственности и тоже за тонировку. Неустранение нарушения в данном случае карается административным арестом на срок до 15 суток. Так что автомобилисту еще повезло. Но для других любителей тонировки это тревожный звоночек. ГИБДД объявляет охоту на злостных нарушителей. В настоящее время сотрудниками госавтоинспекции создается специальная база так называемых тонированных автомобилей. В базу заносятся требования об устранении причин совершения административного правонарушения. Вносятся данные правонарушителя, и в дальнейшем инспектора уже будут работать точечно, то есть по определенным машинам, так как адрес и владелец известен.